Львовскому высшему военно-политическому училищу в этом году исполняется 80 лет. Оно было создано в Брянске в 1939-м, а уже в 1941-м насчитывало около 1000 выпускников. Позже учебное заведение стало львовским по месту его расположения. Только за годы Великой Отечественной войны им подготовлено свыше 8000 офицеров-политработников. Они стали теми людьми, которые могли рассказывать, как свидетели живой истории о тех событиях, которые потрясли мир, стали важными в веке развития нашей отечественной истории. Выпускники училища получили богатый опыт в области культуры и военной журналистики, внесли огромный вклад в обороноспособность нашей страны. Выпускники училища мужественно сражались на фронтах Великой Отечественной войны, достойно выполняли свой воинский долг в Афганистане, в локальных конфликтах, в горячих точках, несли боевую службу на кораблях в различных районах Мирового океана. Сегодня выпускники Львовского Брянского высшего военно-политического училища за чаем вспоминают славное прошлое и говорят о настоящем. Владимир Бобровский, почетный сотрудник органов безопасности, сегодня руководит Брянским отделением благотворительного фонда. Строим квартиры для военнослужащих, покупаем протезы, помогаем материально. Лечим в санаториях. Это вот направление, по которому работает Национальный благотворительный фонд. И, естественно, работаем с молодежью. На торжественной встрече руководство города выразило благодарность всем выпускникам Львовского высшего военно-политического училища. Виновникам торжества вручили подарки и памятные медали. Екатерина Пармон, Владислав Пискунов, события Брянск.